Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую простых гостей, подписчикам же крепко жму руку. В этом видео мы с вами поговорим, попутно распаковывая вот такую вот крупненькую достаточно посылку с сайта AliExpress. Так вот, мы поговорим на тему решения, ну я назову так абстрактно, решения консьержной задачи в условиях современных реалий. Что ж, сразу после заставки погнали! Ну так вот, озадачился я здесь решением консьержной задачи, и первую посылочку, которую я заказал для решения этой самой задачи, это у нас посылочка вот с такими вот гейт-опенерами. Вот, на самом деле, что может быть сложного в решении консьержной задачи? Давайте пока посылку берем, просто поговорим. Можно взять самые простейшие вызывные панели, даже подойдут без камер, главное, чтобы считывали ключики наши магнитные. Взять несколько камер, можно взять самые дешевые, старенькие, аналоговые, абы как показывают, и ладно. Взять такой же дохлый видеорегистратор на столько каналов, сколько камер у вас, ну сколько подъездов в доме, к примеру. Воткнуть в него тоже какой-нибудь дохленький жесткий диск. Пишутся камеры, допустим, 7 дней хранится, и хватит. Обеспечить интерком между дверью и рабочим местом консьержа. Ну и также связь обеспечить консьерж и квартира. В общем-то и все. Все это можно уместить, допустим, там в какие-нибудь совершенно смешные деньги, но насколько это решение является правильным и современным, абсолютно не насколько, да? Можно поставить дизлайк тем, кто выбрал такое решение. Вот, я задачился решением чуть более интеллектуальным, более современным, не будь я айтишником. Например, мне хочется, чтобы в подъездную дверь своего дома я мог войти, просто используя смартфон. На первый взгляд, это даже во многих современных домах не реализовано, и кажется это все выдумкой, да? С другой стороны, если вспомнить, что во многих домах, там, где мы въезжаем, например, на парковку, такие решения часто применяются, и нет ничего сложного применить такие гейт-опнеры, собственно говоря, для входа в подъездную дверь. В моем случае мы заказали здесь 4 гейт-опнера, одна штука обошлась мне порядка 900 рублей. Более подробная информация по ценам вот смотрите вот здесь. Добралась посылка тоже, как видите, очень быстро. Вот, соответственно, заказывать, наверное, если там все в порядке, мы сейчас откроем, то я, конечно же, буду рекомендовать. Кроме, собственно говоря, гейт-опнера, что нам еще потребуется? Конечно же, нам потребуются цифровые камеры. Для чего? Цифровые камеры нужны для того, чтобы в домах, в которых домофоны реализованы при помощи старой, так скажем, разводки без кабелей РЖ, чтобы можно было все-таки реализовать малой кровью, что называется, то есть очень дешево, такую замечательную вещь, как видеодомофон. Вот мне очень хочется реализовать домофон, примерно каким образом я это планирую сделать, то есть чтобы любой человек из любой квартиры моего дома мог найти какой-нибудь простенький старенький Android смартфон, чтобы при помощи этого смартфона он мог видеть изображение с камеры домофона. Конечно же, вызывные панели нам тоже потребуются с видеокамерами, и так как мы собираемся это все дело разводить в цифре через мобильное приложение просматривать, то скорее всего потребуется вызывная панель с IP-камерой встроенной. Вот, это решение несколько подороже, но в принципе один раз приобрести, смонтировать нормальную панель, я думаю, вполне себе можно позволить, тем более если все жильцы сбросятся. Далее, обязательно потребуется решение так называемой задачи удаленный консьерж. Почему? Потому что держать консьержей 24 часа в сутки на этом посту — это просто негуманно. По ночам на самом деле консьержу, в общем-то, там делать нечего, все равно человек будет спать. Вот, я антигуманностью не страдаю, я хочу, чтобы человек работал, допустим, до 7 часов вечера, ну, например, с 9 утра или с 8 утра, вот, после он, чтобы уходил с поста, но кто-то мог, например, я или еще любой другой житель, мог выполнить функции консьержа удаленно, то есть имея, собственно говоря, на приложении картинку с домофонов, имея функцию, собственно говоря, удаленного открытия дверей при помощи гейт-опнеров, в общем-то, ничто этому не мешает, вот, открыть несколько раз дверь, допустим, за ночь удаленно, находясь в квартире, это абсолютно реально и никаких проблем нет, но если подойти, вот, конечно, по моей схеме к решению этой задачи. Конечно же, если подойти формально и применить самое дешевое оборудование, конечно, ничего не получится. Ну ладно, давайте уже откроем наши гейт-опнеры. Очень любопытно, как они у нас добрались. Вот здесь вот одна вмятинка всего лишь на нашей коробке. В остальном я вижу, что все добралось более-менее хорошо. Вот, очень быстро добралось. Это прям вот меня порадовало. Так, упаковано. Ну, неплохо, нехорошо пока. Судя по тому, что я вижу. Так, так,
Так, немножко у нас здесь пупырки сверху лежит. Так, и наша шеренга из гейтопнеров. Вот они у нас такие малютки, 4 штуки. Называется устройство RTU5024. Scan to download SMS app. Сканируйте SMS приложение. Так, GSM гейтопнер, GSM Remote Switch, RTU5024. Антенка в комплекте также есть, крутотень. Так. Супер. Так, Power DC 9 вольт, 24 вольт, Relay Output, NOCOM NC. Так, ну и соответственно разъемчики у нас здесь. Все есть, супер, подключить будет очень удобно. 850-900-1800-1900 GSM. В принципе, все сети поддерживаются. Вот, наш гейтопнер существует в двух вариациях. Он существует в 2G и в 3G варианте. Вот, кому 3G актуально, можно и 3G задействовать. Вот, нам, в принципе, это особо не нужно. Ну и, собственно говоря, слот для сим-карты, куда мы устанавливаем сим-карту любого сотового оператора. Конечно же, выбираем сим-карту с тарифом без абонентской платы. Вот, особенно сим-карта деньги расходовать ваши не будет. Почему? Потому что, на самом деле, при поступлении звонка, она этот звонок отбивает, то есть она сбрасывает, не поднимает трубку, ей это не требуется, просто он смотрит на тот номер, с которого, собственно говоря, наш звонок поступил. Вот, мы имеем, соответственно, базу номеров, которым разрешено открывать, а то, к чему это устройство у нас будет подключено, это могут быть гаражные ворота, это может быть самый широкий спектр устройств. В принципе, стандарты подключения здесь достаточно такие широкие, все что угодно можно здесь к нему подцепить. Здесь у нас в комплекте, кстати, еще инструкция есть, даже на английском языке, разберется даже чайник. Вот, такое вот устройство замечательное. Я его могу порекомендовать вместе с продавцом на пару. В самые ближайшие дни я начну все это дело у нас монтировать, реализовывать свою консьержную задачу, как я это называю. Вот, все жители дома нас ждут, не дождутся, когда мы все-таки это сможем уже реализовать. Тем более с такими вот замечательными, продвинутыми, современными функциями, как доступ по звонку со смартфона. Это вообще вещь классная. Ну, по крайней мере, по ближайшим к нам домам, я не знаю, то есть, по-моему, ни у кого такой функции нету. Вот, а у нас будет. Вот, и не только это. Люди же, которые в лоб решают задачу, они, конечно, могут приобретать дорогущие видеодомофоны, да, могут оплачивать достаточно дорогостоящую разводку проводки для видеодомофонов. Вот, мы же люди не глупые, мы, как всегда, найдем вариант, как сделать и качественно, и недорого. Все, вот такая вот достаточно интересная посылка. Вот, продавцу привет, спасибо за качественные товары, все опробуем в самые ближайшие дни. Вас я благодарю, что вы досмотрели мое видео до конца. Если по просмотру видео у вас остались какие-то вопросы, смело пишем их в комментариях. Я стараюсь всегда на комментарии отвечать максимально подробно, насколько это возможно, насколько я сам понимаю вопрос. В остальном же у меня остались только формальности. Спонсорами данного видео являются международные интернет-площадки AliExpress, Tmall, Gearbest. Список лучших товаров в описании к видео. Ну а также сотовый оператор Tele2 с тарифом для Москвы и Московской области «Мой безлимит». За 500 рублей вы получаете безлимитный мобильный интернет, включенный минут, смски и так далее. Один из лучших и, наверное, самый выгодный тариф на данный момент. Все, друзья, всем желаю умных домов, умных консьержей, безопасности вашему дому, чтобы в него не проникали посторонние, чистоты, порядка. Ну а также пожелаю всем хороших и умных правителей, нормальных, а не жулюковатых, которых сейчас вот развелось очень много. Все, друзья, спасибо, всем удачи, пока.